key areas we're trying to improve. Главную проблему выделить нетрудно. Слабая защита Фулхэма худшая в лиге. В этом сезоне команда пропустила уже 50 голов на 10, больше, чем у второго с конца Кардифа. 22 получили в последних 10 играх. Разница голов минус 28 говорит о том, что оборона – ключевой вопрос сейчас для Фулхэма. Капитан Хангеланд возвращается снова и снова к этой теме. Но вообще лично для меня этот сезон большое разочарование. Из-за травмы, которую я получил, и необходимости операции, я был вынужден очень много игр пропустить. Это был новый опыт. Я надеюсь, что он закончился. Я полностью восстановился, готов играть, и надеюсь, что дальше мы будем играть только лучше. Когда эти команды встречались в октябре, Саутгемптон отставал от первого места всего на 4 очка. Затем команда Покетина попала в менее спокойные воды. Уход Никола Кортеса, волнение игроков и две победы в 11 играх грозят испортить хорошо проделанную работу. Поэтому отличная игра в середине недели против Арсенала пришлась очень кстати перед поездкой в английскую столицу. После игры с Арсеналом все в раздевалке были просто в восторге от нашей игры. Конечно, было разочарование, что не смогли победить, но все были довольны тем, как мы сыграли, именно прежде всего, как команда. В это трансферное окно Маурисио Покетино был больше занят тем, чтобы удержать имеющихся игроков и не привлекать.